ею. Идет, говорит, краса, раздвинься, говорит, народ, раздайся, народ. Краса верующий идет. Угу. Не сама, говорит, она идет. Ее подруженьки несет. Угу. Вот там, как его жениха зовут, я не знаю. Например. Николай. Скажу, Николай, вот прими красу девичью, погаси все, а у нас свечки горят на этой красе. Да. Свечки погаси, подарочка, красу девичью прими, а за красу девичью денежки плати. Угу. Подает подружка тарелочку, сколько она уплатит. Угу. Ну там шутят. Да. Когда даст мелочи. Да. Так что это как раз оплохая, что ли? Угу. Так мы обратно забираем. Да. Он еще там добавит. Угу. Ну, да Божьего добавляет уж. Да, да. И десяточку даст. Да. И побольше. Угу. Ну, спасибо. Вечь краса остается. Угу. А мы пошли. Вот так. Подружки, да? Подружка тоже. Угу. А мы была Анна Павловна, Анна Ильинична, уходил соседка, жених мой, он сватал, я не пошла. А соседка говорит, Орина Ефимовна, возьми вот вон Дуняшку. Она, говорит, гулять не ходит никуда. Угу. А сети, говорит, они гулять ходят. Да. Он и взял ее. Вот, соседка надумала вот с этой красой выйти. Угу. Она, говорит, пойдем со мной. Угу. Жениху. Я, говорю, нет, не пойду. Угу. Он меня, и я его не буду расстраивать. Угу. И она вот пошла, а он и говорит, а сколько тебе? Да сколько дашь? Да. Я ей отдал денежки. Она говорит, пойдем делить. Да. Я говорю, нет, я не пойду. Кто с красой идет, тот и... И денежки получаю. Угу. Ну, так спасибо вам. Я говорю, вот теперь живи на эти деньги. Угу. И бывало, смеялись. Да, конечно. А лошадь мы взяли за лапки у Були. Да? Жених привел с невесту. А ему и говорят. Лошадь у тебя, говорит, в лаптях. Угу. Как вот в лаптях. Чай, говорит, я без лапти ее привел. Угу. Давай разувай. Так-так. Вот так. Ну, лошадь красивая была. Ее нарядная. Нарядят. Угу. Ленты и все такое. Угу. А уж теперь... На машине. На машинку. На машинке то бывает с лентом ездили. Да. А теперь ж не знаю. А как ты там про алую эту ленту? А? Помнишь, ты мне пела-то про алую ленту? А? Угу. Вот это не вести. Да. Поглядите на меня, добрые люди. На мою на ленту алую. Хорошо ли я снаряжена?
снарядила меня мамушка. Ей позволил батюшка. Наряди-ка, дочка милая. У нас нынче годовой праздник. Придут гости званые, приедут и незваные. Сядут за дубовый стол. Гостятся будут. Погостят гости разойдутся, погостят гости разъедутся. Останется тебе один ошенька. Кому будешь головку прижимать, кому головку отдавать? Батюшка будет, а матушку будет просить. Проси меня, мамушка. Вот я была. Как тебя буду звать? Разреши, как звать. Батюшка, разреши, как тебя звать. Вот так, доченька, будешь к Николаю прижиматься. Mm-hmm. К Николаю будешь улыбаться. К Николаю будешь обниматься. С Николаем будешь целоваться. Mm-hmm. Я что, она встает. Да. Вот так. Ну, я еще пропустила, я уж забыла. Ничего, тетя Тонь, хорошо. О, я уж забыла. Угу. Много ж времени за 100 годов. Да. Что? Да. Григорий Сидоров старый.